день, дорогие друзья! Сейчас покажу вам свои покупочки, которые мы сделали с мужем на... Так. Это вот в киоске купили, как всегда. Творог городецкий, молоко городецкое, кефир. Вот это вот в Пятерочке взяла я. Махеев был со скидкой, джем, персик, манго. Он манго обожаю просто. 90 с чем-то рублей стоит. Вот решила я взять пока по скидке. Так вот вместо конфет. Но вообще, девчонки, я решила сладкого поменьше. С кофе уже пью не сладкие. В общем, конфет по минимуму, буквально одну конфеточку в день. То есть резко бросать нельзя. Вот. Но все-таки хочу немножко как-то себя в руки взять. Но нельзя так. Эти вот сладости. Конечно, поправилась я ужасно. Не нужно себя распускать. Надо как-то это. Я на диете сидеть не буду, но вот уберу сладкое и мучное. Так, что же мы еще купили? Взяли орехи. Вот такие мне орехи понравились. Белые такие, прямо они. Вот, были по 300 рублей. Взяли килограмм орехов. Взяли вот курагу. Такая шоколадная курага. И вот она такая вот миленькая. И пахнет от нее курагой. Мы как-то брали вот более крупную курагу. Она, я не знаю, с каким-то запахом. Не знаю, чем-то ее обрабатывают, что ли. Но это вот прям аромат кураги. По 180 рублей килограмм. Это у нас здесь вот полкило. Ну, где-то 600 грамм он нам тут взвесил. Взяли финики, как обычно. Берем, если на рынок попадаем, мы всегда берем тунисские финики. Они у нас по 250 рублей. Мне они больше всего нравятся. Хотя финики я не очень-то и люблю. Ну вот, и думаю, все-таки там с чаем или как-то нужно эти конфеты бросать. Есть что-то такое заменять вместо конфет. По крайней мере, конфеты еще стоят и дороже, чем вот эти вот все фрукты. А вот еще в Магните купили вот фасоль в аджике. Муж у меня любит, на работу берет. Да, вот тут еще сыр купили. Сыр белорусский, голландский. Ну, написано белорусский, не знаю, как он. Ну, хотя такой брала я как-то, ну, хороший, нормальный сыр. И стоит он около 400 рублей, где-то 390, по-моему, вот этот вот кусочек, я не знаю, насколько тут у меня, я уже не помню сумму, что я в молочном оставила. Вот. В общем, короче говоря, не помню. И еще на рынке взяла я вот такой вот манго. Это манго натуральная, без сахара, продукция Вьетнама. Вот такое манго сушеное. Здесь у нас, сколько здесь у нас грамм? По-моему, здесь полкило, что ли. А, нет, поменьше, наверное. Ой, вот даже вот вы скорее увидите через камеру, чем я. 348 килокалорий, энергетическая ценность, белки 1,1, углеводы 86 грамм, аж даже жира 0. Манго сушеная. Сколько же здесь? В общем, короче, килограмм манго стоит 1000 рублей. Здесь вот эта упаковочка 340. Ну вот. Дал он нам попробовать. Сладко, конечно, но без сахара. Развесное манго у них продается с сахаром. Там по 600 рублей килограмм. Манго обожаю. Вот. Папайя по 400 рублей килограмм, но тоже вот в сахаре, все в сахаре, развесное все в сахаре продается. Вот такие были у нас покупки. И сейчас я сделала себе вот такой вот, у меня мужу на работе какая-то женщина принесла жимолость и угостила его. И вот мы утром с творогом делаем, и еще вчера он банку принес тут жимолости. И вот он у меня убежал в магазин, а я решила, на улице так жарко, сейчас приму душ. И вот сейчас вот кефир я с этой жимолостью съем.
Вот. И кураги уже тут намыла. Абрикосы у нас по 170 рублей, как какие-то такие. Ну, не абрикосы даже, это жердельки называются. Жердель мелкие такие. Такая какая-то цена непонятная. Я бы не сказала, что они очень вкусные. А клубника вообще по 380 рублей. Спросила, чья. Сказали, Краснодар. Но она такая крупная. Он должна, нам дал попробовать. И, ну, какая-то она безвкусная. И что-то у меня сомнение берет, что это Краснодар. По крайней мере, в прошлом году у нас краснодарскую привозили. Она такая не очень крупные, но сразу видно, вот местные ягоды, какие-то они совсем другие. А это вот на турецкие напоминают, но они безвкусные какие-то и крупные. Вот это, может быть, тоже стали сорт такой выращивать, я не знаю. Но не хочу я такой клубники, тем более за 380 рублей. Будем ждать, может быть, через недельку наша появится. Вроде бы погода жаркая, сухая стоит, я не знаю почему-то. Бабушка сидит там одна на рынке с таким маленьким стаканчиком землянички и маленьким стаканчиком этой вот садовой клубники. Я уже даже не стала, естественно, сколько стоит спрашивать. Конечно, это дорого. Вот. Первые, может быть, уже появляются только-только. Но подождем. Хотелось бы и варенье какое-то сварить из абрикосов. Я не варила в прошлом году из клубники. Как получится, вот не знаю. Внук скоро приедет. Конечно же, он зимой там будет с вареньем чай пить. Хочется мне из ягодок сварить варенье именно. Да и поесть, конечно же, хочется. Но вот сейчас я так вот с этим кефиром. Так вкусно, наверное, будет. Ой, холодная красота. Ну, пока отключаюсь. Так, варю сегодня такое быстрое второе. Здесь у меня свежая картошечка. Пюрешку сейчас сварю. Я туда лучко немножко кладу. И кладу обязательно в горячую воду уже картофель, чтобы в нем сохранились все витамины. Нужно класть картофель в горячую воду. Тоже когда-то вычитала. Вот так. Ну, не всегда, конечно, так делаю, но стараюсь. Вот. А здесь у меня котлетки. Также быстрые котлетки. Купила фарш индейки. Вот. Здесь сейчас они у меня уже тушатся на тихом огне. С одной стороны, я обжариваю котлеты на сильном огне. А затем переворачиваю и вот так вот на тихом-тихом огне под крышкой они у меня и поджаривается вторая сторона и тушится. Фарш положила сразу же в фарш, туда яйцо положила, посолила. Кладу я, мелко порезала лук. Потом у меня вот здесь вот такие, так вот у меня здесь специи разные. Вот я чеснок сушеный покупаю, но туда я положила, так, где у меня, господи, куда ж я его дела, чесночный перец, потому что все-таки из индейки вроде бы чесночок здесь хорошо сочетается с куриным или вот с мясом индейки, мне нравится. Вот, и положила туда кавказские травы. Кавказские травы. И вот здесь у меня паприка молотая. Паприку. Вот. И сформировала котлетки. И такие вот котлеточки. Положила еще туда сухари. Не было у меня. Нет у меня такого хлеба подходящего. Есть только бородинский. Но он уже очень черный. Имеет своеобразный вкус, привкус. И в котлеты, конечно, такой хлеб я не кладу. Вот, и положила туда, просто посыпала сухарей панировочных. И потом, затем котлетки еще обваляла в сухарях. Вот такое у меня будет сегодня. Ну, как бы второе блюдо. На первое у меня куриный суп. Купила вот такой вот крекер, мистер крекер с васаби. Эксперт среди крекеров. Ну, я не знаю, это может быть к пиву. Ну, вот последняя пачка лежала, и я так
была со скидкой. И вот этот вот васаби. Мне нравится вкус. Такие вкусненькие эти вот крекеры. Они в виде вот такой вот рыбки. Остренькие такие. Как будто с перчиком. Вкусные. Но кому интересно, прочитайте состав. Это какой-то ужас. Одни Е. Не знаю, может, конечно, ничего страшного, но какой-то ужас, какой-то ужас. В общем, не покупайте. Но все, что вкусно, все вредно. Девочки, хотела вас спросить, как вы делаете депиляцию ног, вот, волос на ногах. Я, конечно, не страдаю особо, чтобы у меня волосы так росли густо. Но есть у меня, конечно же, волосы. И у меня есть вот такой вот аппарат. Я слышала, что многие мучаются вот эти или полосками какими-то восковыми. Или, ну вот, я даже не знаю вот всех этих средств. Такие, наверное, боли какие-то. Больно, наверное, же это все отдирать эти волосы с ног. У меня вот есть такая штука, такой аппаратик маленький. Это не реклама, он у меня очень давно. Я пользуюсь, в общем, я пользуюсь им только летом. В зимнее время я никогда не делаю никакой депиляции, не удаляю эти волоски на ногах. Они как-то мне не мешают. Вот, волоски у меня мягкие, как-то светлые, они, в общем-то, не доставляют никакого мне дискомфорта и вообще не портят особо внешний вид. Но летом, конечно же, вот я занимаюсь, вот это как бы устраняю эту проблему вот с помощью этого аппаратика. Сейчас покажу его в действии. Конечно, подмышечных впадинах или в паховых там я не пробовала. Наверное, это очень больно, потому что там кожа нежная, и поэтому нет. Ну, можно, конечно, попробовать, но не пробовала. Не могу сказать. Вот. Но сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот у него такая скорость. Можно еще сильнее включить, и очень удобно, и проблем никаких не нужно никаких. Это сейчас я перехвачу руку, вот так вот берем и начинаем. Провод включается. Что же это? И вот так вот вводим медленно. Он работает от 5. И вот таким образом все волоски удаляются у вас, и ничего не больно. Так, чуть-чуть пощипывает. Я ничего не чувствую, собственно говоря. Вообще не больно. Поэтому однозначно, кто вот мучается с этими всякими полосками, рекомендую. Рекомендую. Наверное, он сейчас есть в продаже. Мне подарил еще бывший муж его этот аппарат. Где он покупал, сколько он стоит, я даже вам не могу сказать. Ну, вот такой вот у меня такой. Может, есть, конечно, и другие. Здесь вот это вот потом с помощью вот этих вот штучек удаляется, там щеточка чистится, и все. Вот такие вот здесь колесики. Девчонки, очень удобно. Рекомендую.